животное такое сякое. Глянул я наверх, а там принцесса. Такая хорошенькая, такая миленькая, что у меня сердце перевернулось. Решил я на ней жениться. Ай, Кристиан, понимаешь, ты мне это за последний месяц рассказываешь, что первый раз. Да главное, понимаешь, беленькая. Я ей говорю... Приходи, принцесса, на лужок, поглядеть, как пасутся свиньи. Она говорит, а я боюсь свиней. Я ей говорю, свиньи смирные. Она говорит, нет, они хрюкают. А я ей, Кристиан, ты спишь? Спу! И вот стал я ходить этой дорогой каждый вечер. Принцесса красуется в окне, как цветочек. А я стою внизу, как стол, прижав руки к сердцу. И все ей повторяю. Приходи, приходи, принцесса, на лужок. Там цветы очень красивые. Она говорит, а у нас тоже такие есть. Я ей говорю, там камушки разноцветные. Она говорит, подумаешь, как интересно. И ничем ее не убедишь. Наконец, придумал. Есть, говорю, у меня котелок волшебный, который замечательным голосом поет и, кроме того, угадывает, что у кого на обед готовится. Ну ладно, говорит, приду к тебе на лужайку в будущую среду, ровно в 12. Кристиан, проснись! Кристиан, ну проснись! А, что? Кристиан, ну проснись! Снова? Чего ты? Идет! Ну чего ты? Чего там? По дорожке. Нет! Не идет! Я одна со свинькой! Ты чего? Да перестань так дрожать! Ну как ты на ней женишься, если ты ее так боишься? А я дрожу не от страха, а от любви. Генрих, опомнись! Разве от любви полагается дрожать? Ты не делай! Принцесса идет, Кристиан! Ну, раз идет! Значит, ты ей нравишься! Нравлюсь! Нравлюсь! Главное, беленькая. Глотнулись, Фляжки. И хорошенькая, и миленькая. Главное, будь тверд. Раз решил жениться, не отступай. Ох, не надеюсь я на тебя. Не ругай меня. Принцесса идет. Я надо свитой! Я никого не вижу, кроме нее. Ах ты моя миленькая. Что прямо страшно делается. Почему? Беленькая такая, добренькая такая, нежная такая.
Что с тобой, принцесса? А вон, вон та змея злобно смотрит на нас. А ну-ка пошла прочь, баронесса. Или на, или завтра же я тебя зарежу. Прекрасная принцесса, и вы,
любого расстояния, на любую кухню любого дома, и наш великолепный нос сразу почует, что запрет там готовит. Итак, Сю, мы начнем с танцев или с обеда. Принцесса, с чего вы прикажете начать? С танцев или с обеда? Я заслушалась и не заметила. Принцесса, я вам говорю. Мне? Ну, говорите, что хотите. Что вы делаете, принцесса? Вы же позволяете обнимать себя за талию. Это неприлично. Можете сказать совершенно страшные вещи. Не приставайте. Идите, слушайте котелок. Но мы не знаем, с чего начать. С танцев или с обедов. Но я же вам сказала, что нам все равно. Начинайте с обеда. С обеда! Слушаю, слушаю, благородные дамы. Слышали, как он стонет? Это он принюхивается. Эй! Thank you.
ужасное свойство. Какое? Несмотря на свою музыкальную душу, он ничего не хочет делать дальше. Первый раз мы дал благодарность за то, что вы пришли с королевского дворца на нашу скромную лужайку. Но если вы хотите, чтобы он играл еще, то вам... Я должна еще раз прийти. Я согласна. Нет. Ты должна 10 раз меня поцеловать. 10? Нет. Потому что я очень влюблен в тебя. Ну зачем ты так странно смотришь? Ну, поцелуй меня не 10 раз. Поцелуй меня 5 раз. 5? Нет! Ну вот, если бы ты знала, как я тебя люблю, ты бы не спорила. Поцелуй меня 3 раза. 3? Нет! Я не согласна! Ты забываешь, что я королевская дочь! 10, 5, 3, 80, вот что! Что 80? Поцелуй меня, 80 раз! Я принцесса! Ваше высочество! Что вы делаете? Он же собирается целовать вас в губы! Это неприлично! Что же тут неприличного? Ведь в губы... Умоляю вас, молчите. Вы так наивны, что можете сказать совершенно страшные вещи. А вы не приставали, ваше высочество, принцесса. Уж если вам так хочется потанцевать, пусть он меня поцелует. Хоть так! Вот это будет действительно неприлично. Вас я не просил. Предлагайте мужчине, чтобы он вас поцеловал. Но ведь вы тоже. Ничего подобного. Меня он принудил. Конечно. Я вас понимаю. Он такой милый. Она отчасти права, Генрих. Ты меня поцелуешь? Здорово. Какой кошмар. Но король может увидеть вас из окон дворца. Дайте вам руку. Ага, наденьте. Выкупайте вас на этой юбке. Иди сюда, Генрих. Но кто будет считать ваше высочество? Ниже, Любочка. Это не важно. Если мы собьемся, то начнем сначала. Считай. Ниже, Любочка. Мадам. Ваше высочество, для первого раза, пожалуй, достаточно. Не тревожьте его, мадам. Он все равно ничего не слышит. Я его узнаю. Но ведь это ужасно. Король! У кого есть спички? Дайте мне спички. Ваше величество! У кого есть спички? Ваше величество! Молчать, у вас есть спички? Да, ваше величество! Дайте мне их. Но зачем, ваше величество? Молчать! Спички мне нужны для того, чтобы разжечь костер, на котором я сожгу всех придворных дам! Я уже собрал пороху! Пожалуйста, ваше величество, вот спички! Так! Какой ужас! О! Моя дочь! Целуется со свинопасом! Зачем ты это сделала? Мне так захотелось! О, захотелось целоваться? Да! Пожалуйста! Завтра же я тебя выдам замуж за соседнего короля! Ни за что! А тебя никто не спрашивает! Да я! Что? Да я выщемлю ему всю бороду! А он бритый! Двигай! А я? А я выдеру ему все волосы! А он лысый! А я выбью ему все зубы! А он без зубов! У него искусственные зубы! Папа! Что? Это развалину! Ты хочешь выдать меня замуж? Доченька, ну не зубами же жить!
а человеком. Эй, Донован! Встать! Хорошо, очень хорошо устроили оргию. Не вас мало сжечь. Я сначала сожгу, потом отрублю вам головы, а потом повешу вас на большой дороге. Нет, этого мало. Я вас не сожгу и не повешу. Я вас оставлю в живых и буду всю жизнь ругать, А тебя, свинопас, и твоего друга я вышлю из пределов страны. Ты не слишком виноват. Принцесса действительно чудненькая, и не влюбиться в нее нельзя. Где котелок? Вот, ваше величество. Вот он. Котелок я возьму с собой. Я тебя люблю. Никого же тебя, принцесса, я не уступлю. Очень хорошо, но слова возмутительные. Он утверждает, что ты все равно женишься на принцессе. Да, ваше величество, я все равно женюсь. Правильно, Генри! Уведите ее. Генри! Я к тебе обращаюсь. До свидания. А такой песенки у твоего котелка нет? Ничего у тебя не выйдет. Пошел вон. Такой, ваше величество, песенки у моего котелка. Слушай, ну не сердись меня, ты видел, как я бываю грозен? Видел. Дрожал? Нет. Ну то. Прощай, король. Куда ты? Фу, к соседнему королю. Смелее меня нет человека. Я поцеловал твою дочь, и теперь ничего не боюсь. Я хожу, брожу по свету, полон я огня. Я влюбился в Генриету, а она в меня. Шелестеть и выше леса, я тебя люблю. Никому тебя, принцесса, я не уступлю. Заваривается каша. Не, но я ведь тоже не дурак. Я выберу принцессе гувернантку, злую, как собака, и пошлю с ней. И камергера с ними пошлю. Ничего у вас не выйдет. Ваше величество! Молчать! За мной! А во-вторых и в-третьих решить две деликатные задачи. Дело в том,
что моему всемилостивому королю в прошлый вторник за завтраком пришла в голову ужасная мысль. Жандармы! Что угодно, ваше превосходительство! Станьте рядом и следите, чтобы меня не подслушивали. Я буду говорить о секретных делах государственной важности. Слушаюсь, ваше превосходительство! Королю в прошлый вторник за завтраком пришла в голову ужасная мысль. Он как раз ел колбасу и вдруг замер с куском пищи в зубах. Мы бросились к нему, восклицая, ваше величество, чего это вы? Но только глухо стонал, какая ужасная мысль! Ужас! Ужас! Да, мысль действительно ужасная. Жандармы! Что угодно, ваше превосходительство? Заткните уши. Слушаюсь, ваше превосходительство. Король подумал, а вдруг мамаша ее высочества, мамаша нареченной невестой короля, в свое время была шалунья. Вдруг принцесса не дочь короля, а девица неизвестного происхождения. Вот первая задача, которую я должен разрешить. Так. Мэр. А! Такая такова. Его величество купался, был весел и изволил хихикать. И вдруг, восклицая, вторая ужасная мысль, на мелком месте пошел ко дну. Оказывается, король подумал. А вдруг принцесса до сговора тоже была шалунья? Я приехал сюда узнать всю правду о поведении и происхождении принцессы. Жандармы! Жандармы! Ага, я же самым сказал заткнуть уши. Какова дисциплина? Жандармы! Что вы за ваше предательство? Ну, пойдите и взгляните, не есть ли принцесса? Слушаюсь, ваше предательство! Трудные у меня задачи, не правда ли? Но я точно знаю, как их решить. Мне помогут одна маленькая горошина и 12 бутылок крепкого вина. Какой я ловкий человек. Мэр! Перестаньте судиться, пойдите сюда. Я? Да. Я... Вот, а что? Нет. Приготовьте 12 бутылок крепкого вина. Что? Бутылок? Нужно. Что? Бутылок? Зачем? Да, нужно! А, понял. Для встречи принцессы. Да. Она пьяница. Вы с ума сошли! Бутылки нужны для ужина, который вы подадите спутникам принцессы. А, спутникам? Это приятнее. Да-да. Нет. Как глуп. Приготовьте бутылки, приготовьте поросят, приготовьте медвежье акака. Акака? Акрака! Ах так! Нет, то и да. Эй, вы! Возьмите ключи от погреба, дайте сюда ключи от чердака. Испугайся его и удели его от этого. Эй, вы!
Возьмите ключи от погреба, дайте сюда ключи от чердака. Какой я умный, ловкий, находчивый. Ну? Ваше Превосходительство, карета принцессы въехала в деревню. Внимание! Внимание! Акест! Наход! Жандармы! Следите, чтобы пан не бросали шапки повыше! Ура! Сейчас, ваше высочество, я возьму себя в руки и спрошу у гувернантки. Госпожа гувернантка, все платки нашей принцессы лишат тебя имеют быть. Платки имеют быть лишать тебя? Чего заранее? В чемодане, принцесса. Достаньте! Ну вы же видите, что мне хочется плавать. Достаньте и принесите. И прикажите приготовить мне постель. Я ужасно устала. Во сне я увижу моего дорогого Генриха. Не так надоели совершенно чужие обезьяны. А разве принцесса не будет ужинать? Нет. Она вот уже 3 недели ничего не ест. Она так взволнована предстоящим браком. Выньте свои руки, карманы! Это неприлично! Что хочет от меня эта госпожа? Посмейте себя в свои руки, Анкор. Это не есть ваш воспитанник. Нет! Простите, вы не говорите на иностранных языках! Нет! Нет, нет! С тех пор, как Его Величество сказал, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки. Это госпожа, иностранная гувернантка, самая злая в мире. Ей всю жизнь приходилось воспитывать очень плохих детей. Она тогда ужасно ожесточилась. Он набрасывается на всех встречных и воспитывает их. Не чешитесь, все! Не чешитесь, все! Нет! Вы видите? Она запрещает мне чесаться, хотя я вовсе не чешусь. Я просто поправлял воротник. Что с вами, господин Камергер, вы простужены? Нет. Я вот уже 3 недели не был на охоте. Я переполнен кровожадными мыслями. Король знает, что я без охоты делаю зря. Вот он послал меня сопровождать принцессу. Должен посмотреть, что делает принцесса. Госпожа гувернантка, направьте свои ноги на. Принцесса давно надзора без находит себя. Хотим мы уйти. Дышать надо, но через. Но через. Но очень подозрительно. Зачем король-отец послал таких свирепых людей сопровождать принцессу? Это неспроста. Но я все знаю. Все. 12 бутылок крепкого вина заставит их разболтать все.
Какой я ловкий, какой я находчивый человек! Жандармы! Что вы на вас произойдет? Мэра! Господин мэр! Явился посетить дело этого дурака. Больше некого. Мэр! Жандармы! Встаньте рядом и следите, чтобы нас не подслушивали. Я буду говорить с мэром о секретных делах государственной важности. Мэр, вам придется пробраться в спальню принцессы. Вот это да! Приятно! Но нет, я честный. Вы меня не поняли! Вам придется войти туда и под все 24 перины положить вот эту маленькую горошину. Вот и все. Зачем? Не ваше дело. Берите горошину и ступайте. Не пойду. Да, ни за что. Почему? А это дело неладное. Я честный. Да-да, нет-нет. Вот возьму сейчас, заболею, и вы меня не заставите. Нет-нет, да-да. Как глупо. Ладно, я вам все расскажу. Но помните, что это секретное дело государственной важности. Король приказал узнать, действительно ли принцесса благородного происхождения? Вдруг она не дочь короля? Точный ответ нам поможет дать вот эта горошина. Если принцесса настоящая принцесса, она почувствует эту горошину под 24 перинами. Ага. Мне самому интересно. Так похоже на отца. И вдруг... Ну, отца с борода. Ну, носик, ротик, Патя, глазки. Идите вам, говоря! И спортите я рейсю! Бегом! И выйдите! Духовки! Духовки! Все духовки! Так, ладно. Вопрос о происхождении принцессы я выясню. Теперь остается подпоить камергера и гувернантку и выведать все о поведении принцессы. Господин Камергер! Господин Камергер! Вы! Ну, здесь прекрасное вино, веселящее вино. Посидим ночку. Как хочется посидеть! Но нет, не могу. Я дал клятву королю сторожить принцессу, не смыкая глаз. Не дергай там, тихонько. Очень подозрительно. Надо во что бы то ни стало подпоить его. Господин Камергер! Этот негодяй залез в спальню принцессы, а ту его! Стой! Стой! Я сейчас, сейчас я вам все объясню. Мэр! Положили горошину. Положил. Она щиплется. Гувернантка. Я горошину положил, смотрю на принцессу. Удивляюсь, как похоже на отца. И вдруг как прыгнет. Кто? Ну, гувернантка, ой. Тупой. Да все. Все замечательно. Я выясню. Убейте вот это вот. Мэр! Он только хотел узнать. Не может ли он еще чем-нибудь
помочь принцессе. А мэр предлагает загладить свою вину 12 бутылками крепкого вина. Гости вы, ей-богу, а? Ну чего там, ну, границы вы уже упили, ничего не узнали. Мы посидим и гувернантку позовем. А наверх я пошлю вот двух молодцов жандармов. Никого они не пропустят, ни к принцессе, ни обогатно. А, камергер, улюлю. Предлагают на столиках шнап тринкер. На фэр они двух жандармов послать имеют. Жандармы вроде собак. Гумти-тумти, доберман-боберман. Для нас. И на Тунарес. Два! Лестница тут. Один! Жандармы, отклоняйтесь наверх и станьте убили принцессы и сторожите рысью! Мэр, неси вино, медвежья кака! Вино, все, бутылку! Сейчас я все узнаю! О, какой же я умный, а! Какой я ловкий! Какой я находчивый человек! А! Здесь прекрасное вино! Пепелящее вино! Пойдем!
пел человек, который поклялся во что бы то ни стало жениться на вашей милости. А где он? Почему вы мне не отвечаете? Где Генрих? Почему вы так печально смотрите? Дёрните нас за бороды. За бороды? Да. Зачем? Не бойтесь, дергайте! Но я с вами не знакома. Генрих просит дернуть нас за бороды. Ну, хорошо. Сильней! Генрих! Не волнуйтесь, принцесса, ведь вы скоро будете его женой! Я скорее умру, чем оставлю тебя. Запомни, только об одном и думай, только одна цель у нас одна. Это спасти тебя и увезти с собой. Скажи, пожалуйста, Генрих, а ты любил других девушек? За меня. Да я их всех ненавидел. Генрих! А скажи, пожалуйста, Генрих! Потом, принцесса! Вы поговорите потом, сейчас у нас мало времени, принцесса. Мы с тобой сегодня бежим. Спасибо. Возьми эту бумагу. Это ты писал. Иди ты к чертовой бабушке. Заткнись дырявый мешок. А что это? Это если бегство не удастся, ты должна выучить и говорить это своему жениху-королю. А? Сама ты плохо умеешь ругаться, так что выучи и ругай его как следует. С удовольствием, Генрих. Вались ты к чертям на рога. По твоим перинам, принцесса, лежит горошина, но это она не давала тебе спать. Так что завтра скажи, что прекрасно спала эту ночь. И тогда король от тебя откажется, понимаешь? Ничего не понимаю, но скажу, какой ты умный. А если король от тебя не откажется, ты не беспокойся. Мы все равно будем рядом. Хорошо, хорошо, я буду спать на горошине, если это нужно. А скажи, пожалуйста, Генрих, да? А сколько у тебя перин? Одна. Ну, ничего. Я буду спать и на одной перине. Где же ты будешь спать, ведь? Хотя, впрочем... Умоляю вас, молчите, принцесса. Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи. Принцесса, иди одевайся. Мы убежим, они внизу все пьяные. Мои друзья, вы не обидитесь, если я вас попрошу о чем? Конечно, проси. Я все для тебя сделаю. Тогда вот что, хоть это и задержит нас, поцелуй меня, пожалуйста. Я умаю! Вышка
одного лапки. Я кого их спросил, узнай потихоньку, не было ли у принцессы прохождения. Ну, понимаете, другой бы влюбился, а я придумал. Я тебя камергер напою, а ты мне провыхаешь. Нет. Ты мне проболтаешься, о! Умный, а! А, камергер, ты давай провалывайся. Говори. Что ты можешь сказать о принцессе? Мы ее гончими травили! Да что? У нее хвост красивый. Хвост? А у... Почему хвост? У нее есть хвост? Конечно! Порода такая. Вся порода. И у отца хвост. А как же? У вас король хвостатый. Нет. Король у нас без хвоста. А вот у отца ее хвост есть. Значит, король ей... Не отец. Ну, конечно. Ура! Проболтался. Говори. Кто ее? Отец? Лис. Кто? Ну, у лисицы отец. Лис! А у какой лисицы? Про которую мы говорили! А я что, я прошу вас лесу! Я бы напил там храбрая кровь! Да. Нет.
Чудо! Что там мы? Побрились. Странно. Назад. Я тебя убью! А я крикну, я же милый. Возьми денег, отпусти нас. Нет, я честный. Сейчас ты везешь. Дайте мне сказать. Пожалуйста. Я буду принцесса, даже девушка. Если ты меня предашь, повезут меня на сильную часть чужих стариков. Я сейчас же умру. Ой. Ой, бегите скорее, а то она умрет. Бегите! Здравствуйте, господин камердинер. Мы узнали, что ваш король величайший в мире щеголь Франц. Мы хотим услужить его величеству. Мы самые удивительные ткачи в мире. Самые удивительные. Ткачи! Ткачи, господин камердинер. Я доложу о вас. Наш король женится, ткачи ему очень нужны, поэтому он вас примет в высшей степени скоро. Ну? Что? Все в порядке? Камергинер, говори правду. Правду режь. Вполне, ваше превосходительство. Однако король спит. Грубо откровенно отвечай. Спит, ваше превосходительство. Говоря прямо,
прямо стреляй-то. Значит, его величество скоро встанут. Король спит! Камергинер! А это кто? Грубо говоря, дядя Джеймс. Ткачи пришли наниматься. Ваше превосходительство. Ткачи! Здравствуйте, ткачи! Здравствуйте, ваше превосходительство! Королю, говоря без всяких задних мыслей, попросту нужны ткачи. Сегодня приезжает невеста. Повар! Повар! А завтрак для ее высочества готов? Грубо откровенно, ткачи! Так точно! Готов! А какой? А? Покажи! Пирожки для ее высочества! А я тем временем взгляну, не открытый король, говоря без всяких там глупостей глаза. Скажите, господин камердинер, а почему это, несмотря на такую жару, господин главный повар дрожит, как в лихорадке? Да! Господин главный повар короля так часто проводит время у печи, что даже в июле месяце, в самую жару, он отморозил себе нос. Какие пирожки! Знаете, я был во многих дворах, но я не видел ничего подобного. Какой аромат! Как подрумяненный, какая мягкость! Да, они такие мягкие, что на них остается даже дымка от пристального взгляда. Вы гений! Возьмите один. Нет, я не смею. Нет, возьмите, вы знаток, это такая редкость. Ломаешь, как все равно, что не знаешь что. А? Ломаешь очень так, снаружи. Ага. Надо, знаешь, он говорит, такие мягкие. Такие мягкие. Раз, и все. И там что-то такое покопался, и все. Очень быстро, быстро. Знаете, мастеров равных вам нет в мире. Но мастерство мое, увы, погибнет вместе с мной. А? Но почему? Моя книга. Вот как нужно готовить господа погибнут. Когда пришла мода сжигать книги на площадях. Но ведь это ужасно. Это ужасно. Только вам скажу. Да. Да, это ужасно. Тише! Кажется, король... Чихнул! Кристиан, я положил записку для принцессы в пирожок. Молодец, Генрих, не волнуйся. Государь открыл один глаз! Какой? И эти несчастные!
Какую мерзкость! Ну что ты стоишь, болван? Сделай что-нибудь! Тут видит, что король не в духе и ничего не может сделать. Лентяй! И даже не достоин того, чтобы умереть от благородной руки. Я тебе дал вчера на чай золотой. Так точно, ваше величество. Давай его обратно. Я тобой недоволен. Противно даже. Видел во сне милую, благородную нимфу. Необычайно хорошей породы и чистой крови. Просыпаюсь, передо мной этот отвратительный лакей. А что я сказал нимфе? Кудесница. Чаровница. Влюбленный в вас не может не любить вас. Кудесница! Влюбленный в вас не может не любить. Хорошо. Зачем это? Ну зачем я проснулся? Эй, ты, чурбан! А ну, развесели меня! Ну? Ну, шута! Шута! Дай мне сюда! Шута! 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 Его величество! Здравствуйте! Шут, развесели меня скорее, а то я все гневаюсь, гневаюсь. Вот, ваше величество, очень смешная история. Давай, давай, начинай. Один купец. Как фамилия? Фамилия! Петерс. Один купец по фамилии Петерс вышел из лавки. Так. И облил краской проходившую мимо старушку. Правда? А старушка испугалась. Так. И наступила на хвост собаки. А собака! А собака! Укусила толстяка. А толстяк! Довольно! Довольно, довольно! Ступай! Я развеселился. Зови первого министра. Его превосходительство, господин первый министр, его величество. Ну, что скажешь, первый министр? А? Ну и шут у меня. Старушку за хвост! Нет, что мне в нем нравится, так это купец укусил толстяка. Ну, что нового? Ваше Величество, вы же знаете, что я человек честный, прямой. И я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут все это время, видел, как вы, откровенно говоря, просыпаетесь. Слышал, как вы, грубо говоря, смеетесь и так далее. Позвольте сказать прямо, Ваше Величество. Ну, говори, говори. Ты же знаешь.
знаешь, что я на тебя никогда не сержусь. Позвольте сказать прямо, грубо, откровенно. Вы великий человек, государь. Зачем? Нет, ваше величество, позвольте, нет. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, вы великан! Светило! Ура! Ай, какой же ты! Ваше величество, вы просили министра нежных чувств составить гороскоп принцессы, ну разузнать о ее предках, грубо говоря, то-то все. Простите меня за откровенность, ваше величество, но это была гениальная мысль! Ох, король! Ох, умница! Гений! Пойди сюда, мой откровенный. Шалунья. Здравствуйте, ваше величество. Что вы видели сегодня во сне? Резвуния. Вас, ваше величество. В каком вы чине? Полковника, ваше величество. Произвожу вас в генерал. Рада стараться, ваше величество. Все, поздно уже. Зовите ко мне придворного поэта. К государю! Бегом! Комт! Здравствуйте, придворный поэт! Готова приветственная речь? Да, ваше величество! Мое вдохновение! Да не вдохновение, а стихии на приезд принцессы. Ваше величество, моя муза помогла мне отыскать 508 пар великолепных рифм. Вы что же, одни рифмы читать будете? А стихи где? Ваша муза вечно отстает от событий. Вы с ней только и умеете, чтобы просить. То дачу, то домик, то корову. Да! Нет, ну скажите мне, ну зачем поэту? Корова! Но зато у меня речь готова! На эту
вы все мастера. Ну, как же? Ну, ладно, давайте хоть речь. Ваш милитет, это даже не речь, это разговор. Разговор? Да, вы говорите, а принцесса отвечает. Ваш милитет говорит, а принцесса отвечает. Позвольте огласить. Ну, оглашайте, оглашайте. Ваш милитет говорит, принцесса. Я счастлив, что вы как солнце взошли на мой трон. Светом своей красоты вы озарили все кругом. Принцесса на это, ваше величество, солнышко, это вы. Вы на это. Принцесса, я рад, что вы оценили меня по достоинству. Принцесса на это. Ваше величество, ваше достоинство, это залог вашего будущего счастья. Вы на это, принцесса, вы так хорошо меня поняли, что я могу сказать только одно. Вы так же умны, как и прекрасны, принцесса, на это. Ваше величество, я счастлив, что нравлюсь вам. И вы на это, принцесса, я чувствую, что мы любим друг друга. Позвольте вас поцеловать. Хорошо, хорошо. И тут войска кричат, ура! Орудия гремят! Целуйте, принцессу! Целуйте, принцессу! Это остроумно! Остроумно! Губы! Губы! Так точно! Губы! Губы! Ну что ж, приятно! Наступай. А ваша жизнь? Я доволен. Ступай. Да. Губы. А кто там еще ждет приема? Докладывай, откровенный министр. Ваше величество, не скрою, приема ждут еще ткачи. Немедленно гоните их сюда, немедленно! Скачи к королю! Головным! Здорово, ткачи! Здравствуйте, ваше величество! Ну, что скажете? Ну, чего же вы молчите? А? Что ты сказал? Да. Как? Бедняга король. Бедняга. Вы чего меня пугаете, дураки? Это почему это я бедняга? Такой великий король и так одет. Как я одет, а? Обыкновенно, ваше величество. Как все, ваше величество. Как соседние короли. Что не говорят? Что говорите? Как это можно? А ну-ка, отоприте мой шкаф. Отоприте шкаф. Бегом! Посмотрите, дураки. Видели вы что-нибудь подобное? Толя, уже выходи давно. Видели? Сколько раз видели, ваше величество? Давно не стой, да? Ну что? А ну-ка дайте мне тогда мой ответственный наряд. А, ответственный наряд? А? Да. Да не тот нашел! 8498. 8498! Ну, смотрите вы. Это что? Плащ! А камзол? А воротник? Нет, вы не отворачивайтесь, дурни, вы восхищаетесь! Да зачем, ваше величество? Знаю, не знаю. А чулки? И это видели, ваше величество. Да нет, ты дурак, пощупай. Да ну зачем, ваше величество? Мы знаем, это, ваше величество, действительно каждый дурак видел. А мы вам, ваше величество, сможем сделать такую ткань,
которую только умный и увидит. Мы вам сделаем небывалый свадебный наряд. Так все говорят. А рекомендации у вас есть? А мы работали 5 лет у турецкого султана. Он был так доволен, что это не поддается описанию. Да, и поэтому он ничего не написал. Но, кроме того, Ваше Величество, наша ткань, она обладает одним небывалым чудесным свойством, Ваше Величество. Воображаю. Ну и каким же? Достоинство нашей ткани в том, что она невидима. Невидимо тем людям, которые непригодны для своей должности или непроходимые дураки. Ну-ка, как это? Эту ткань не увидят люди, которые непригодны для своей должности или глупы. Значит, вот этот первый министр... Если он не годится для своей должности, то он ее не увидит. Да, точно, Ваше Величество! Слышь, ты, первый министр, тебе говорят. Уважи. Я не верю в чудеса. Что? Нахал! Не верю в чудеса! Ваше Величество, вы не дослушали! Я не верю в чудеса, говорит безумец в сердце своем. Это безумец не верит! А мы только чудом и держимся. А, какая замечательная ткань! Значит, к ней я сразу увижу, кто у меня не на месте. Так точно, Ваше Величество! И сразу пойму, кто умный. А кто дурак? В один миг, Ваше Величество! Пойдем, меня после приема принцессы я с вами поговорю. О! Что это за шоу? Что за это? Прибыл министр нежных чувств, Ваше Величество! Ну да, конечно, конечно, министр нежных чувств. Ну-ну-ну-ну-ну! Какие вести? Хорошие. Ну, я слушаю, мой милый. Докладывай. Ваше Величество! Увы! В смысле нравственности принцесса совершенно безукоризненна. Дурень. Почему же увы? Чистота крови! Увы! Принцесса не почувствовала горошины под 24 перинами. А в дальнейшем она спала на одной перине. Ну и чего же ты ржешь, осел? Значит, свадьбы не бывает? А я так настроил. Опять расстроили! Обидели! Ну за что? Ну зачем это? Ну что это за гадость? А ну-ка иди сюда, я тебя зарежу! Ваше Величество, я не считал себя вправе скрыть от вас эту неприятную правду! Я тебе покажу неприятную правду! Ваше Величество! Я тебе покажу неприятную правду! Ваше Величество, ведь я прямо грубо как медведь. Ваше Величество, погнать ее за то, что она, мол, чистокровная, обидится отец. Ну и пусть! Ваше Величество, вспыхнет война. И чихать! А вы лучше с принцессой повидайтесь. И заявите мягко, деликатно. Ты, мол, ее... Ты
фигура не нравится. Тогда мы ее полегонечку, потихонечку и... Бум! Шлеп! И спровадил. Ух, король, ух, гений. Вижу, вижу, он согласен. Он видит, что я прав. Согласен. Согласен. Пойди, тот все прием. А потом я ее сам. Так. Спровожу. Шлёп! Но это все равно ужасно. Ужасно. Ну опять обидели, расстроили. Ну что это? Шута. Шута ко мне немедленно. Шута, его величество! Шута! Развесели меня скорее, ну скорее, начинай. Вот, ваше величество. Очень смешная история. Ну-ну-ну. Один купец. Как фамилия? Людвигс. Ага, ну. Шел через мостик. Так. Да и лег в воду. Буль. И буль. А под мостиком. И гребец тоже. Лег в воду. Буль. Ну, дальше. А по берегу шла старушка. Вон старушку за платье! И туда же! И в воду! Карата плеч свалила себя. Ай, давай, трай. Сейчас статим пизе принцессу с одной руки на другую и унаду на рез. Фендер баба шесть. И моя рада. Ставьте себя около той лопи-топи и смотрите вовсю. Я смотаю себя. Я смотаю тебя, Вестерой. Все чужое, все выложено камнями, ни одной травинки. Я бы испугалась, но записка доброго моего ласкового, родного моего Генриха так меня обрадовала, что я даже улыбаюсь. Мы здесь, я с бородой, Ругай короля, скажи ему, что он плохо одет. Плохо одет. Генрих, ну где он? Хотя бы на минуточку его увидеть. За твоим счастье спою и пойдем домой.
Позвольте, ваше высочество, мне по-грубому, по-дружески сказать вам, я не в себя от вашей красоты. Ну? Да, ваше высочество. Почему ты не говоришь? Дерни меня за бороду. За что, ваше высочество? Меня не обманешь. Я тебя сразу узнала. Боже мой. Теперь я научилась дергать, как ты. Пока вы только что помогли. Что он мне делает? Подотрал! Новая первая министра его величества! Почему его принцесса? Ты сотрясешь? А пусть! Пусть он валится, как тем чертям на рога! Куда? Ты вот это! А я их дьяволу разбила, сволочь! Совершенно сумасшедшая! Это очень хорошо! Мы ее быстренько отправим обратно. Пойду доложу королю. Впрочем, нет. Он не любит неприятных докладов. Пускай сам все увидит. Ваше высочество, вы такая шалунья, что сердце радуется. Напоминаю всем, во дворце короля рот открывать только для того, чтобы спеть гимн или крикнуть «Ура!». Ведь король... По музыке. Юра, по музыке ногами. Да? По музыке ногами дёргать. Ага. Ведь король... Понимаете, король... И так близко от вас. Он умный, он особенный. А не такой, как все! Ура, король! Ура, король! Ура, король! Ура, король! Ну и что? Где же она? Мне хочется скорее позавтракать. А тут это... Любовь!